считая километры, меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры, на автомата сталь. Надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль моя судьба дорога. Приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутник автомат, ведь он надежный щит мой. Да несколько гранат. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептал я тихо: мама, мама, я вернулся. Мне надоела фляга с водой или с коньяком, подай-ка лучше, мама, мне кружку с молоком. Я возвращаюсь в дом, как с улицы котенок, не воевать потом. А здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета, быть может, где-то войны, но это только где-то. Хранят вас наши руки, нас не судите строго, ведь нам одни разлуки и вечная дорога. Не надоело по миру носиться, не часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептала тихо: мама, мама, я вернулся. Опять стучат колеса, считая километры, меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры, на автомата сталь. Надеюсь, как на Бога, и вновь уносит вдаль моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Моя судьба дорога. Интересно вообще вот по жизни происходит. Песню я писал еще когда курсантом был. И вот эта фраза подозрительная: мне надоела фляга с водой или с коньяком. Какой коньяк у курсантов? Вот, и его там действительно не было. А фляга с коньяком сейчас все время со мной. Вот, как в воду глядел. Ну, я так, конечно, условно говорю, но тем не менее. Воздух как густом разбавлен, обратились тучи убийства. Под завеской заправлен и подвешены все средства. И для птиц сирена,
воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Нынче, видимо, до ночи день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль в верхах большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, в ритмиче на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Нам троим адреналина добавляют неизвестность. Не жалея керосина, я облизываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включим главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключим тех, кто снизу. Напоследок днем и громом огрызается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен, кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Живы оба не убиты, хоть по мне убили точно. И рядом тетерита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на меня, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как качаю в эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меня выстрела видность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и тогда не смерть, а жизнь перевесит на весах, где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Никогда не надо сдаваться. Спасибо. Я хочу передать привет не туда, вот в интернет, а тем, кто здесь в зале.
Огромный привет передавал Сергей Филатов с Украины, из Харькова. Вот судя по тому, что там вот эти аплодисменты раздаются, выпускников Харьковского высшего авиационного училища летчиков, привет, дошел. И там тоже. Ветра с утра вовсю в полях гуляют, устроили какой-то шумный пир, и тучи землю клочьями цепляют, как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продруг до самых плиц аэродром. А земли на стоянках самолеты нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И небо, и жены радость тщательно скрывают, дождя увидев слезы на стекле. Пускай гремит, и молнии сверкают, спокойнее им, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнии злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненастья под крылом. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. И время, как компьютер, вдруг зависло, мы на высотке, будто под шатром. Ударит шар бильярдный, словно выстрел, и где-то канонадой фронта гром напомнит нам о том, как мы летали в свинцовых небесах, дождях войны. Погода нас тревожила едва ли, летали, только ждали тишины. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем. Спасибо. Ну, я просто во втором отделении стараюсь как-то вот, ну, по всей пройти, про тем, кто разные типы и разные рода. Я бы хотел сказать, я там, ну, узнавал, не все смогли купить альбом Алексея Нагаева, потому что, ну, там нет налички. Там решился вопрос, если чего можно рассчитаться карточкой, поэтому если кто-то, ну, решится, то это все можно сделать. А если на будущее, то в интернете вы можете найти его сайт, и там тоже об этом написано, как это сделать. Летных смены на сегодня в плане, и на стоянках ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в пятом океане, со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас граждане за грохот упрекнут.
Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранство. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранство. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней и родной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а словно налегке. И если что, мы можем при желании на полном увидеть звезды днем на потолке. Ну а пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать. Он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранство. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижать. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И гусь нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чехлят. Усталые, но радостные лица и громче недозвенящие тишины. Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице. Когда по плану, значит без войны. Кругом волшебных облаков убранство. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Спасибо. Мне все время вспоминается эта фраза, которая прозвучала здесь очень давно, лет 10 назад, когда раздалось там: Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Чтобы не волновались. Годы птицы улетают, по земле меня болтает. Точнее, выше над землей.
Не до жиру быть бы живу, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машины пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе, а ты баты, на которую когда-то создал Михаил Лётич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем водку пили, за машину и за миле. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер на вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних сил оно всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями, днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто выжил в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Пам, пам, парарарам, па-пам, пам. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич. Миль. Спасибо. Спасибо. Я очень рад и очень благодарен тому, что сегодня на этот концерт пришли две замечательные женщины, две дочери выдающихся людей. Это Надежда Михайловна Миль и дочка, ну, я его называю, наверное, самый главный соратник Михаила Леонтьевича Миля в небе. Это был Василий Петрович Калашенко, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, который практически все вертолеты Миля при его жизни испытывал. Людмила Васильевна Калашенко, спасибо, дорогие мои, что пришли. Дай вам Бог здоровья. Я очень рад вас здесь видеть. Спасибо. Я вернулся. Весь набитый до отказа.
Я принес их всех на базу всех сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах? На пределе на износе я не 8. Командовал мне вольно, нахватал я поле довольно. Ох, как больно! Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что они разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8. А в салоне нас следили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой за платки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие. Ну, у нас второе отделение такое все-таки более посвященное, чуть не сказал по-белорусски, присвященное празднику. И мы друг друга поздравляем. Я бы хотел, чтобы на эту сцену вышел человек. Ты знаешь, что он, ну, может поздравить, я бы хотел, чтобы он это сделал. Человек, который, благодаря которому, собственно, эта песня написана. Генерал-лейтенант Сурцуков Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, вы уж меня простите, что я вас сюда... Уважаемые коллеги, я говорю так, что мы сейчас объединены одним желанием послушать школьные песни и погрузиться в атмосферу единства, единения, праздника.
который мы раньше называли День Советской Армии Военно-Морского Флота, сейчас его название носит более общий характер — День Защитника Отечества. И это много аспектов имеет. И в него можно включить всех, в том числе сидящих в этом зале. Но в первую очередь хочется поздравить людей, воевавших. И пожелать им, во-первых, чтобы они осознавали то, что они делали правильно и по делу, оглядывались назад. Это актуально в нашей стране с непредсказуемым прошлым. Далее я хотел бы поздравить тех, кто служил на различных должностях, в различных родах войск или служит сейчас. С уверенностью в том, и пожелать им уверенности в том, что им на смену придут ребятишки свежие, которые подхватят знамя из их рук и, как сказать, поднимут его еще выше. Да. Будущим поколениям пилотов я бы хотел пожелать, чтобы у них было на чем летать, зачем летать, куда и во имя чего. Женщины, которые сидят в этом зале, их этот праздник касается тоже, потому что они летают вместе с нами в кабине. И вот в середине командировки он, лейтенант Бертович Гончаров здесь сидит, вот так, он подтвердит, когда уже усталость накапливается, и уже нет сил ни моральных, ни физических что-то там думать, соображать, уворачиваться, встает образ женщины, любимой, жены, дочки, там, да, потому что нет, надо дергаться, ты им нужен живой. Так вот, я хочу милым дамам, которые с нами сопереживают, которые летают с нами, быть такими, во имя которых все мужики и совершают свои подвиги, во имя которых они готовы жилы рвать и жизнь отдать. Вы – основное понятие «Родина» для нас. Во имя вас мы воюем и совершаем подвиги. Всем здесь сидящим я хочу пожелать взлета положительных эмоций, полета фантазии, парение над суетой и жизненными проблемами, снижение и приземление за столом обильным в теплой дружеской компании. С праздником! Анатолий Васильевич Сурцуков, заслуженный военный летчик России, генерал-лейтенант и легендарный вертолетчик. Коля, третий класс! Коля, третий класс! Николай, Светлана Копанина просит. Не можем не уважить. Извините. Ну вот Светлана Владимировна. Да. Поддерживаю. Спрашивается сам, пожалуйста. Легенда. Надо. Хорошо. Давайте действительно, мы их всех вспомним, потому что их очень много. Я всегда говорю, эта песня, она длинная, потому что все они прожили слишком короткую жизнь. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился уже к нашим, но суров. Здесь главное исключительно суров. А встретились зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов
При встрече крепко руку мне пожал, обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно, как отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уши не таит. Но как же мне хочется выпить стакан отгранённый. Что с хлебушком чёрствым у фото со мною стоит? Мы живы, хоть облака над родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А вот самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды в допуске, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уши не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый. Что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне воздуха все летчики в полете. Равны все или Тёха и Головком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете и Уточкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну, тот особняком. Шумит нам про исправность всей матчасти. При папе, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел. И новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю. На входе к гарнизонном КПП я здесь за подготовку отвечаю. В соответствии с небесным КБП. Здесь курс другой, небесный КБП. Здесь поздно в полете бывать осторожным. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый.
что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно. Нам уже можно. Спасибо. Не планировал эту песню петь, но Светлана попросила, может быть, это и правильно. Спасибо. Эта песня для меня всегда очень сложная. Вы знаете, у меня бывали случаи, когда я ее не мог спеть. И я всегда говорил, что Ткаченко не хочет. У меня была ситуация, когда очень просили. Такая обстановка была какая-то. Я говорю, нет, нет, ну давай. Вроде у людей уважаемые. Я начинаю ее петь, она бах, струна. Бах, я говорю, нет. Сегодня день такой. Не хочет. Вот, поэтому, ну видите, значит все нормально. А, вижу, да, это очень опасный человек. Здравствуй, Сергей Валерьевич Соков. Вы в относительном прошлом заместитель начальника 237-го центра показа авиационной техники в Кубинке, голос Макса. Мой брат просто, сегодня заместитель командира дивизии, там уже моряк, как мы его называем, смешанная авиадивизия Балтийского флота. О. Удачного концерта. Спасибо, спасибо, тренер. Просто это шутка такая. На прошлом концерте он тут был, не на прошлом, но он ко мне в гримерку туда заходит после первого отделения и говорит, у тебя что-то не так, там вот не так-то, так-то. Он воспитывал меня, я вышел, спел второй отделение, он говорит, видишь? Ну куда же без тренера, да. Следующая песня не авиационная, я вообще не собирался ее петь, потом вдруг подумал, ну действительно, сегодня день Советской армии военно-морского флота, день защитников Отечества. И я все-таки, ну, хоть как я говорю, я в запас ушел в прошлом тысячелетии. Классно звучит, в 99-м году прошлого действительно тысячелетия. Вот, ну, сегодня все равно продолжаю трудиться на почве все-таки вот освещения того, что происходит в армии. Это и телекомпания «Воен-ТВ» Министерства обороны Республики Беларусь, и телекомпания «НТВ» военная программа «Смотр». Мы завтра летим в командировку. Буквально будем снимать репортаж, посвященный столетию морской авиации Черноморского флота. Такое интересное событие и интересная авиация. Вот. Но вот с 2004 года я работал и работаю на «Воен-ТВ». Хотя реально я там с самого основания, с 1994 года. И, ну, вот все-таки я решил сегодня эту песню спеть, думаю, ну, пусть она будет как-то, если там смотрят в Минске мои коллеги. А то я тут рассказал, какие у нас операторы бывают, он еще обидится. Там нормальные ребята. Мы вместе словно гарнизон, перо, блокнот и микрофон, видеокамера с собой в арсенале. Когда идем в эфир прямой, то как на фронте, словно в бой. В своих атаках мы не раз высотки брали. Пусть нынче модно рассказать о тех, кто смог от жизни взять. А мы о тех, кто взял Берлин победным маем. Кто под огнем в атаку встал и жизнь за родину отдал. А мыльных опер, извините, не снимаем. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме.
В руках не дрогнет объектив, у нас военный креатив. Мы далеки от слезно-мыльных сериалов. Всегда пойти готовы в бой, и зал под небом полевой для нас роднее всех гламурных кинозалов. Пусть фестивали для других, дорожки красные для них, а нам привычнее дороги полигонов. И чтобы дать свой репортаж, порой идем на абордаж. Воен-ТВ, телекомпания в погонах. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют, а нам мороз и зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя. Телевидение в форме. Та-ди-дам, там, та-ра-рам, та-рам, та-рам, там, та-ра-рам, та-рам, 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 та-ра-ра-ра-ра-рам, та-рам, та-рам, там, па-ра-рам, па-рам, па-рам, пам, па-ра-рам, па-пам, та-рам, та-рам, пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур. Уюта нам мороз или зной в окопе. Это в норме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя. Телевидение в форме. Под грохот танков, пуши гром, в атаку с камерой идем на поле боя. Телевидение в форме. Телевидение в форме. Телевидение в форме. Спасибо. Время летит. Ну, единственное, что, слава богу, по сравнению с прошлым концертом, у нас нет вот этой отсечки. Я помню, когда я вот в прошлый раз сюда приехал, и арт-директор мне говорит, ты хоть вывернись наизнанку, но в 22:30 ты должен закончить. А между тем, в этом заведении всегда говорят, во сколько бы Анисимов концерт не начал, хоть 3 часа дня, он раньше 11 не закончится, а вообще на самом деле куда-то туда. И в общем, ну, мне сегодня так немножко карт-бланш дали, но я понимаю, все равно, конечно, есть какие-то... До утра! Мне в командировку. Ну, 23 февраля, надо же песни такие петь. В 39-м летном царстве по тревоге всем подъем с исключительным коварством. Прилетели к нам с мечом, но мы помним поговорку, что в итоге этот меч может в ходе всей разборки неприятностей повлечь. Супостату что-то спречь. Мультиледи, джентльмены, к нам с агрессией войной. Супермены, спайдермены, монстры, симпсоны, толпой, покемоны. Поголовно весь диснеевский народ по команде вероломно нам устроили налет. Прилетел мультяшный сброд. Кот Матроскин вскроет цинки и обойму все набьет срочно швейную машинку. Переделал в пулемет, на себе порвет теняшку и оденется в мундир, грозно рявкнет всем мультяшкам, что отправит на гарнир. А еще Пашка Секир. Двое из ларца доложат, видит цели наш радар. Эскадрилья бабок ежит, вылетает на удар. Дядя Федор, снайпер-летчик, бомбы кучно положил. Это авианаводчик, цели точно подсветил. Это Гена Крокодил. Не совсем так вот. Бабки лупят без осечек, всех мульчашек в прах и пух. Их наводит наш разведчик, он под шариком опух. Тучка в небе, Винни-Пух. Рота Шреков наступает, с ними ниндзи заодно. Им навстречу вылетает грозных Карлсонов звено. Дядя Федор, снайпер-летчик, бомбы кучно положил. Это авианаводчик, цели точно подсветил. Это Гена Крокодил.
отобьем мы все набеги голливудовских утят, змей, Горыныч и стратеги. На задание летят, не успеет не ударить скоростной зеленый джик. Наш с фонариком комарик от него оставит пшик. Наш комар, белый камшик. Крокодилов чебурашек примет коврик самолет. Что там транспортникам нашим? Им задача и вперед. На борту весь полк мультяшный, самолет, ковер летит. Вниз пойдет десант отважный, волк и заяц впереди. Супостат, ну погоди. В нашу сторону ракета. Дело, видимо, табак. То ли Макдоналд Дуглас это, то ли жадный Скрудж Макдак. Водяной мрачнее тучи, жизнь жестянка, вечно пьян. Отвернет корабль летучий и направит на таран. Прокричит: на пасаран! Их мультяшкам заграничным обломаем все мечи. Нас согнуть проблематично, мы ведь стерты калачи. Будет бит Дисней в итоге и отправлен на утиль, коль поднимут по тревоге в небо наш союз мультфильм. Мирный нож, союз мультфильм. Спасибо. Что насупился Илюха? Нынче вылет до зари. Набивает снова брюхо, груз швартуют технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа, тельфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не свинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит выселья трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт гуманитарки там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то полным ящиков бортом возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трудяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга. Горбун по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. И если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. На взлет
уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, аж транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт, завернут, а посадят незнакомый жаркий борт. Местные не бьют баклуши, все предели как один, а до души нальют Илюши самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет, наш Илюша улыбнется, нижним блистером блеснет. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья Трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Ну, в этом году просто, я думаю, что с этой песней мне придется в одном месте выступить. В этом году 90 лет военно-транспортной авиации. В общем, как бы там планируются очень-очень серьезные мероприятия. Ну, дай бог, чтобы они все получились. Следующая песня тоже про очень большие самолеты. И очень шумные. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет. На исполнителя молитва, все по карте. Винты все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор. Все проблемы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. Словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в ПВХ. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали пьянкисы, что русская рулетка. Карма доложит про гостей у плоскостей. Повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мы чуть не блистерным крылом. Кикбурзы, как правило, из штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют. И все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жар в океане, нет дороги, он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет нему эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский порт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантику медведи, придут, ой,
Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Тяжело держать режим, и мы каждой тонной дорожим, а турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. Экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон. Не спит сегодня гарнизон, домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. И тут в развалочку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Ну, раз уж в первом отделении прозвучала песня с названием «Маша 2», то нужно петь, конечно, «Машу раз». Я, кстати, не исключаю, что может быть песни 3 и 4. Черт его знает. День сегодня не задался, я чуть было не проспал все. Вроде не гудили мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Вот и Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша, точно летчик без царя в башке. Точно летчик, пистолет в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета. Командир навстречу не к добру. Ай, что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жизнь людно прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. А где тук-тук? Не слышу под собой. Лампа красная, семафором, а мне кричат с панели хором: парень, нынче день совсем не твой. Бетховен, па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы: делай то, не делай это. Шеф добавит ласково: держись. Танцевать я в небе ринусь, перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне
мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Фу, дают, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Там никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение откинешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про одинок. Па-па-па-пам, па-пам, па-пам. Пошутил, небось, про одинок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесет борщей кашу. Нам двоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. И самолет. Я люблю между песнями поговорить, но все-таки я стараюсь побольше спеть, поэтому меньше болтать. Но я здесь молчать не буду, да. Летим в заморскую страну. Что далеко в чужих широтах, мы на военных самолетах. На наш маршрут не на войну, а летим в нерусскую страну. Как по линейке в небесах, мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час, на жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе. И кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там, а мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг и аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш. Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час.
час на жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь Орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька же дуб, Покрышкин, Чкалов, на помощь к нам не прилетят. Но там они это не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. На жизнь, коли заниматься летным отделом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Спасибо. А знаете что? Вот он не знает. А я хочу пригласить на сцену одного моего друга, который участник этой песни. Ну пусть он тоже нас всех поздравит. Командир пилотажной группы «Русские Витязи» Сергей Щеглов. Он тоже здесь есть. Сереж, на выйди, пожалуйста. Я чуть-чуть... Конечно! Уважаемые друзья, очень приятно находиться в этом коллективе сегодня на концерте, на презентации этого диска. Хочется от летчиков, пилотажной группы «Русские Витязи» и «Стрижи» поздравить нас с Днем Защитника Отечества, с Днем Советской Армии Военно-Морского Флота, пожелать здоровья, удач во всех делах. Наше небо в надежных руках. С праздником вас, уважаемые друзья! Я просто вспоминаю известный фильм, я, говорит, в бою скажу. Ну ладно, сверху. Так вы же с этого начали. Это что, наш? Вечер этот ваш бой, спасибо. Мы поем.
над землей. Низкая, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассер и расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Нас привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под небом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень, не из робки. Обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал. К черту живописные места. Все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Та-та-ра-па-па. Разгневанных богов всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, мы ведем огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем. Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце. Кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою. С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Спасибо. Спасибо большое моим друзьям за вдохновение вот про эти песни. Это, конечно, и Анатолий Васильевич Сурцуков, и Валентин Гончаров, и Александр Николаевич Лишагин,
и Дмитрий Федоров. Вся эта вот армейская авиация, и не только армейская, но это вот она армейская. Те, кто под огнем. Ребята, спасибо вам, дай Бог вам здоровья. И дай Бог тем, кто идет уже по вашим стопам, чтобы они все всегда возвращались. Я всегда повторяю, что это самый-самый боевой род военно-воздушных сил. Что тут даже не мудрство, а лукаво. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и вирожить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталась. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложи, мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Ну-ка, все вместе. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям, облака винтами месим. Как малыш и Карлсон вместе, разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте. Мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Вертолетик. Вертолет. Как мальчиш плохиш из книжки, нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно под огнем свой танец кружим. Он герой, я им горжусь. Грозно. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменяли столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложном по работе, и заботясь о пилоте, детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет.
Запускаем, запускаем. Вертолетик. А ну-ка, давайте, запустились. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Спасибо. Очень рад был сегодня увидеть на концерте двух моих замечательных друзей, Олега Левого и, и Георгия Кочкарева. Это летчики-испытатели, те, которые сегодня занимаются очень важной работой, результаты которой мы видим. Вот. Мужики, ну это для вас песня, в общем-то, в каком-то виде. Ну не в каком-то, а в прямом. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз, играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летая на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Болтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что он мог весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем, а мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Когда останется родным на память шлем и орденок. И в новостях лишь пару раз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Наставлений ходим, вот еще в тот край найти. Чтоб не было сомнений, вас ли ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить. И в лебедя утенка смог, как в сказке превратить. А после дети новые, которые сильнее, умней. Строптивые, рисковые, нет вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может.
смерти хочет. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало. Зато и не скучно, и пусть золотые нам горы предложат. Полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по льде не может. Сегодня такой концерт, когда я запланировал петь только военные песни, только, ну, практически только авиационные. И следующая песня каким-то исключением может быть. Ну, просто вообще странная как-то ассоциация. У меня до сих пор вот люди, которые ее просят исполнить, не знаю, возможно, может быть, все-таки, ну, они собирались это смотреть по трансляции. Песню, которую постоянно просят исполнить спецназ ФСБ. Разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, а мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом вдвоем. Подмигивал светильничек, и чайничек шипел. Дотикал в такт будильничек, и я про что-то пел. Огромным далеким рокотом напоминал весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, а сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего и просто на троих. К рассвету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом, и дождь. А стрелки время мерили, и летел за часом час. И мы почти поверили, получится у нас. Узнать бы как-то, что потом, и вечное когда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А мы прощались шепотом, наверное. С чем связано? Хотя, конечно, есть какие-то вещи, которые связаны. Мы со спецназом, ну, вот на телевидении немного работали. Ну, и танцевать там это у них есть, там все такое. Шепотом это уж тем более. Вот. Луна в окно заглядывает. А в окно только что может только не залететь. Вот. Раз уж просят, ну, значит, что-то с этим связано. Как-то незаметно мы все-таки к четвертому развороту приближаемся. Хочешь, хочешь научу тебя летать? Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать и ночью? Оттолкнув поверхность улететь и коснувшись звезд отчасти петь, главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить, взлетаешь.
Облака листаешь, как тетрадь, знаешь, небо можно обнимать. Главное мечтать в звездной вышине. Упрямо не во сне обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами обвинить. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть спеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, 2 на 2 умножишь, выйдет 5. Веришь, ввысь несложно улетать. Главное мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это не поможет пить. Главное любить. В звездной вышине прямо не во сне обмануть законы физики суметь. Сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами обвинить. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть спеть. Хочешь? Хочешь, научу тебя летать. Спасибо! Спасибо! Я даже спою песню вне плана, но, опять же, возвращаясь к тому, что я думал только военные песни петь. Хорошо, что ты есть на свете, даже если не рядом мы где-то, но мы вместе на этой планете. Это значит, что снова лето, и на свислочий лед растаял, и осколки его уплыли. Я в церкви свечу поставил, чтобы беды тебя обходили. И зима мне только приснилась, снега нет, он в России, в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. А глаза твои вряд ли заметят, что они мне всего дороже. Хорошо, что ты есть на свете. Вот бы только хранил тебя Боже. Вот бы только ты чуть улыбнулась. Как ни странно, случится вдруг это. И чуть-чуть, на мой взгляд, встрепенулась. Значит, лето опять. Значит, лето. И зима мне только приснилась. Снега нет, он в России, в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Зима мне только приятна.
приснилось, снега нет. Он в России, в Польше. Если что-то со мной случилось, то всего лишь любовь, не больше. Еще раз, Дмитрий и Наталья, дай Бог вам счастья. А всем нам мирного неба. Мирного неба. Дорогие друзья, спасибо, что пришли. Дай Бог нам всем мирного неба. В первую очередь, этого мирного неба тем, кто сегодня стоит на его защите. Кто сегодня не может где-то прийти домой, присесть за стол, поднять эту рюмку. Кто на дежурстве, на боевом. Где-то в дежурном звене или за экранами локатора, или просто на границе. Просто сказал Анисимов в кавычках. Вот. С праздником! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! С Днем Защитника Отечества! Будем жить! Как обычно, вылет срочный, знать приезжай наших точно. Полетаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате, словно в клетке. Вздыхается разведка в этих чертовых крах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаясь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражи, мы, браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке, ищу себе разборки. Но ведомый не зевая, внизу держась пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, мне земля в эфир рёт. До ворот бросаю фопы, и на поводе не слабо. Словно я попал в ухабы, заболтала самолет. Трассера как паутина, манипулятивно живописная картина. Как заврасово грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает. Ну разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я заникаюсь, по прилету увольняюсь. Чтоб не я 200-й груз, нахрена пошел я в качу. Вот Ульяновск, все иначе, был бы там машина дача и водил бы арбуз. Грач, бедняга изувечен, я за это им отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, и живой хоть попадают. Под глаза мне разъедает, нет спасения от жары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки. Удержать попробуй марку под свинцовым кипятком. ВПО, как пушка танка, грохот выстрелов болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молотком. Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке, израсходован БК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки и потрепанный пока. Мне похоже, как морозом, грач устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но живая машина дышит, словно держит кто-то свыше. И в наушники я слышу летуны. Спасибо вам! Обратно, так вернули, позади снаряды пули. Уравнение дернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье получу я от врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то бой, но это где-то. А вокруг такое лето. Техник даст мне сигарет.
Эх, ребята. Будем жить. Будем жить. Будем жить, дорогие мои. Спасибо. Мирного неба всем нам. И, конечно же, с Днем Советской Армии, Военно-Морского Флота, с Днем Защитника Отечества. Всех поздравляем. Мы все друг друга поздравляем. Спасибо. Неужели без запятой? Николай! Я устал, но... Вообще, эта песня, конечно, она так... Вот я ее планировал петь именно 10 мая, и все равно же спою. Ну... Но... Ладно, дорогие мои, ну сегодня же праздник. Мы должны это сделать. Как-то летом на рассвете заглянул в соседние сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз, кудрявый, да глян зеленый лист резаной, я влюбленный, да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вчера на партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Раз, кудрявый, да клен зеленый лист резной. Здесь у клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думала по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз, кудрявый, да клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, тобой хороший мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, да клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Будем жить! Берегите себя, дорогие мои. Берегите себя. Будем жить. Мирного неба. Всех с праздником. И, конечно же, до новых встреч.
Спасибо.